Что-то я зачастил все время начинать с таких вот картинок, но все-таки. Я думаю, вы уже поняли, о чем серия по названию. Ну, в общем, я решил убить эту гигантскую ящерку. Хотя, возможно, он лидер Ковената. Перед этим я еще раз с ним поговорю. Вдруг он что-нибудь ценное достать, скажет. И постараемся его убить. Все-таки за такую громадину должно очень много отвалить. Но вот эта зараза не хочет с нами разговаривать. Ну и не ходи дальше. Только я, по-моему, не взял все, что мне нужно. Ну ладно, думаю, справимся с тем, что есть. О, это будет, наверное, тяжело. О! Dark Souls, я тебя обожаю. Взял меня и выкинул. Так, я нашел опять этой твари. Я до сих пор ржу с ней. Ну как так? О, ящерка, ящерка. Ой-ой-ой-ой, это будет сильно. О, жесть. Только не дыши, пожалуйста. Только не дыши, пожалуйста. Ну так можешь, ладно, это еще тебе позволяю. Так. Вот я забежу вам под ноги, я думаю, это вот более уязвим. Так, дышать, дышать, дышать начинает. Что-то бежим. Вот его дыхание, наверное. О! Ну да, само собой. Dark Souls. Это Dark Souls. Вообще не имеет смысла бить на этом гусе фласки. Потому что... Что бы ты ни делал, он тебя снимает здоровье за один удар. Все на воротах заедет. Так. Слушай. Может, получись убить, конечно. Черт, вот надо у задних фокусов находиться. Нет. Ну опять я забыл про его хвост. Забывайте про его хвост. Всегда смотрите, где он. Пробуем очередной раз, чтобы только шаг. Я нашел способ спасаться от его дыхания, наносить ему хоть какой-то дамаг. Значит, берете любой щит, который защищает от огня, у меня потом еще и плохой. Я делал самый огнестойкий сет, который у меня был. Хавеля. И вот стараюсь теперь замочить эту ящерицу. Еще полуобой бьет только один раз. То есть, если вам щит снимут, у вас второй раз не ударят. Ой-ой-ой! Вот это было няшно. Проклятая ящерица.
Так, захватывающая сцена у нас начинается с драконом. Конечно, пытаюсь выжить, но эта ящерица доставляет хлопот. Я постарался вывести новую тактику, надеюсь, вам поможет. Что пока что... Да! Откинулась ящерица. Ладно, забил мне уже просто все равно. Какого черта у него душа гиганта? Ладно, окаменевшая кость дракона, это еще, ну, более-менее понятно. Ну, может быть, ну, он старый, но откуда у него душа гиганта? Почему не душа какого-нибудь древнего дракона? Я хотел изготовить какой-нибудь крутой меч или щит, или еще что-нибудь, или, может быть, посох драконий. Черт. Ну, я замочил его. Знаете, Хавель, хороший сет, если бы не он, я бы сдох. Потому что такой хороший резист от огня, это просто конфетка. Правда, мне не пришлось даже использовать щит, но я вот, видели сами, встал в позу защиты, и если бы он по мне прошел, у меня бы все равно чуть-чуть жизни осталось. Это сколько у меня жизней-то? 1536. То есть, если у вас 1500 жизней, то вы можете одеть фул хавель, стать даже самый слабенький щит от огня. Вот даже я, маг, могу поднять такой маленький слабый щит. И встать напротив огня. Только не под ним, когда он начинает дышать, потому что это АОЕ атака тогда. А вот подбежать сюда, например, от огня и встать вот перед ним. Тогда у вас просто отбросит щит, но удар это считается за один удар. То есть, по вам не будет наноситься несколько ударов огнем. Так что не бойтесь, если у вас щит снял, а вы выживете. О, черт. Я все равно не понимаю, почему у меня не душа дракона, но... Мне это сейчас вообще не важно. Я... В счастье. Я пытался давно завалить эту ящерицу. О. Оказалось, все более-менее элементарно. По голове у него крит проходит, я так понял. И мы получили с него 120 тысяч душ. Шикарно. Шикарно. Главное их теперь не потерять на обратном пути, хотя... Нет, я по-любому их не потеряю. Блин, я у себя все заклинания сменил, чтобы завалить эту тварь. Да и вы сами видели, что он творит. Сколько он меня избивал. Сейчас заменю себе заклинание. А... Не понял. А, вот, все нормально. Давай, удаляйся. Поставим наше стандартное заклинание. Потому что сейчас мы пойдем бить еще одну особу. Чтобы еще поставить. Я знаю. Меч душ. Я не знаю, может снаряд душ. Ну, как-то больше нечего ставить. Ну ладно, давайте его поставим. Ну ладно, увидимся все, когда я приду к нему. И вот, мы у второго гостя, теперь давайте как-нибудь заснимем его в хорошем ракурсе. Так, ну иди сюда, ты полое нечто. Оп. Он меня игнорирует.
На, погодите. Если я прицелюсь и сфотаю его. Что такой шанс выпадает нечасто сфотать полого короля. Так, мне не понравилось. Знаете бы, как он выглядел до полости. Ну все, я думаю, можно начинать с ним бой. Но тут пятен крови просто завались. Видимо, он сложный босс. О, ну давай, Венрик. Ой-ой-ой. Жесть. А, он какой-то хилый. Я думал, что он сложнее. Атаки медленные, здоровья мало. Надо было его сразу убивать. Зачем я тянул? За тебя, я думаю, я получу еще больше душ. Еще больше всего ценного. Ты же все-таки король, ты же не нищеброд, чтобы у тебя ничего не было. Черт, он все равно какой-то большой для обычного человека. Или был ли он человек? Может, это какой-нибудь дар гигантов его так. По-моему, тут мы вообще с первого трая справимся. Хотел сделать что-то особенное. Вышло, что убиваю какого-то бедного бомжа. Снаряд души испытаем. Ну, не так уж чтобы вообще хорошо, но все. Ой. О, видите, я просто просто расслабился. Нельзя, нельзя расслабляться, нельзя. Ну погнали. Венрик, я иду. Бомж ты старый. Даже два выстрела успела делать, блин. Корова, корона. Корова. Корона у него такая специфическая. Необычно выглядит даже чем. Он достаточно силен. О, еще и третий удар бывает. Буду знать. Что мне, кажется, немного осталось. О. Да, Венрик, ты силен, спору нет. Красавчик. Ты удивляешь меня. Эх, хотел успеть видеть тени помочь человеку. И себе заодно восстановить жизнь. Ну ладно. Не успел я идти. Будем уворачиваться дальше от ударов. Не будем, пожалуй, жадничать. Жадничать плохо, сами знаете. Особенно в такой игре, как Dark Souls. Ценные души жадничать всегда почти равно смерти. ...65 стабильный дамаг. Ой. Смотри. Раз у пола он тоже может пить эскус. Сомневаюсь, конечно, что у короля были запасы эскуса, когда он сюда шел. Но в идеале-то он может. Точнее, мог бы. О, рано. Чуть рано. Эх, ну и сложный босс. Просто нужно научиться уворачиваться то вот так. Ну давай, Венрик, давай. Я с тобой не закончил. Или ты со мной?
нельзя далеко от него находиться. Он начинает вот так вот махать палкой своей. О. Вот зараза. Просто зараза. Ну давай, Вендрик, давай. Если хочешь, будем с тобой ближе. Вендрик, костлявая спина. И что ты тут распрыгался? Вот за ним надо пить, когда он особого вреда не наносит. Десять ваншотов у боссов уже бесит конкретно. Вендрик, я иду. Slow motion. А что это вдруг? Черт. Надо по другую сторону от его меча быть, потому что он так не делал. Ну вот так делает на здоровье. Слушайте, я не знаю, почему slow motion начался, ну ладно. То он быстро, то он медленно делает. Вендрик, определись! Вендрик, Вендрик, Вендрик. Полый король Вендрик. Ох, чуть не хватил меня. Вот так тебе надо уворачиваться. В ноги тебе кланяться. Хватит спамить одну атаку. Это моя привилегия. Так, скорее. Черт, палаш у него действительно длинный. От него не так-то просто. Я его спровоцировал на спам. На меня обиделся. Теперь главное следить за его палашом и все. Вот чтобы такого не происходило. Подождите. Лечиться пока не будем. А теперь можно. Вот. Вендрик, собака ты проклятая. Ну погоди, Вендрик, ну погоди. Ну что, опять Вендрик? Только, пожалуйста, не спами атаку, это некрасиво. Ты хоть слышишь, что я тебе говорю, глухомань? Чудо. Неожиданно прекратится. Достал, хватит. Давай. Теперь я понял, почему так много пятен крови. Последняя хилка. Надо экономить. Ладно, переходим на более серьезное вооружение. Теперь мы должны быть неуязвимы, как тень.
вонючий Вендрик. Вонючий Вендрик. Вонючий король Вендрик. Ты достал. Здоровье у тебя немерено. Что, потанцуем? О, господи, он перестал спамить. Надолго хотя бы, но перестал. Вендрик, ты делаешь мой день. Вот-вот, этим можешь спамить, этим я тебе разрешаю. Спамь, пока не заспамишься. Нет. Дамаг вообще хороший идет по нему. Хотелось бы его на эпике лутать. Все-таки он какой-то жалкий. Мне это нужно сделать. Я уверен, что он умрет не зря. Всегда его помнить. Если у него есть душа, я сделаю из нее что-нибудь красивое. Кстати, термоударом не убивается его просто. Слышите, какая печальная тема играет? Это по Вендрику. Отъехал, бедный король. А вот я жадничать начал. Нельзя. Все, пока, Вендрик. Победа. Открытое достижение, Вендрик. Что за достижение? О. Давай. Ну, скорее всего, убить Вендрика. Красиво, секретное достижение выполнили. Почему мне вообще ничего не дали, кроме душ? Вон, я вижу, души дали, но, по-моему, душу не дали. Давайте посмотрим. Повелителя гигантов, дракона. Не, они дали его душу. Что за фигня? Он что, полый потерял душу? Фигня какая-то, в общем, ну... Ладно, на этом мы, пожалуй, закончим. Такая вот обильная серия моих смертей вышла и моих мучений, но я рад, что хоть под конец Dark Souls начал радовать своей сложностью и хоть как-то отрабатывает свое название. Ну, что могу сказать? Модус желает вам хорошего настроения, всем удачи, пока, лайкайте, подписывайтесь, комментируйте.